Патриотический автопробег стартовал накануне из Дербента в Севастополь. Он посвящен подвигу бойцов 345-й дагестанской стрелковой дивизии в Севастополе в период Великой Отечественной войны. В акции принимали участие люди из разных городов и районов республики. Прежде чем колонна машин выехала, в музей боевой славы прошла конференция. Молодежи рассказали о подвиге личного состава дивизии, которая практически вся погибла, защищая Севастополь. Ну а после возложения цветов к вечному огню участники автопробега взяли курс на Севастополь. В плане посещения 12 городов. В каждом из них пройдут военно-патриотические мероприятия. Планируем проехать по 13 городам, по местам формирования 345 стрелковой дивизии. И уже 9 числа пройти с участниками автопробега в шествии бессмертного полка в городе Герои Севастополь. Надеемся, что мы принесем вклад в дело увековечения памяти наших героев.